Всем опять добрый день. Продолжаем рассматривать расчет системы теплых полов. На конкретном примере вот данного здания в районе строительства с наружной температурой минус 3,4 градуса Цельсия. Так, ну давайте нажмем кнопку расчет, то есть уберем грубые ошибки, может быть какие-то существуют. Ну а когда, то есть проверка это, что ползунок должен дойти до 100%. Если доходит, то у вас грубых ошибок нет, есть какие-то расчетные ошибки, возможно, будут. А вот если до 50 не доходит, то есть какие-то грубые ошибки. Ну и запускаем. Так, ну и вот видим сразу же, что у нас есть ошибки. Ага, здесь у нас две арматуры. И, скорее всего, везде. Так, исправим сейчас эти все ошибки. Давайте. То есть, скорее всего, они везде не присутствуют. Так, ну вот мы убрали, еще раз запускаем. Еще какие-то ошибки. Угу. Тут случайно два. Так, ну, внимание. У вас получится. То есть накладка произошла. Так, все. Мы убрали грубые ошибки. Сейчас будут расчетные ошибки. Так, ну и чтобы нам сделать несколько вариантов расчета, то есть мы договаривались, что у нас будет расчет при 17,6 метров квадратных, ну и будет при 25, когда мы возьмем всю площадь. Поэтому сохраним для этих расчетов второй вариант. Так, ну а откроем первый. То есть, а потом воспользуемся тем, который у нас существует. Так, ну вот, мы убрали все грубые ошибки. То есть, перейдем уже на расчеты и итоги. То есть, и там я покажу и исправлю те ошибки,
которые вот здесь вот присутствуют и существуют. Как от них избавиться? Целых 10 штук. То есть, как я и говорил, что красным цветом это грубые ошибки. Белым цветом это не столь грубые ошибки. Но как все убирается, рассмотрим в следующем видео. Всем спасибо за внимание. Ну и до следующего видео расчетов. До свидания.